Подарок жителям Магнитогорска сегодня сделала Общественная палата города. Ее актив в сквере памяти первостроителей высадил 15 берез. Крупные 9-летние деревья члены организации приобрели на личные средства. Эта акция должна положить начало целому ряду экологических инициатив от Общественной палаты Магнитогорска. Эти березки проделали долгий путь, и вот, наконец-то, их листва снова ловит солнце. Деревья довольно взрослые, рост их превышает человеческий, а вес вместе с корневой системой таков, что донести до лунок членам общественной палаты берется не так-то и легко. Владимир Семенович Дрёмов за свою жизнь посадил немало деревьев, но такие красивые саженцы, говорит, видит впервые. Вот если бы наши предки, не предки, а наши родители и деды, имея вот такой посадочный материал, действительно, посадили бы, действительно сделали бы город сказкой. А тогда сажали в основном что? Тополь, клен, то, что приживалось в условиях нашего Урала. Идея посадить в Магнитогорске собственную аллею у представителей общественной палаты родилась спонтанно, но была одобрена всем составом единогласно. 15 саженцев приобретены на личные средства членов палаты. Бюджет акции составил порядка 60 тысяч рублей. Мы решили совместить как бы два направления. Направление по экологии, направление по благоустройству. И вот эта вот аллея, это будет подарок нашему городу, подарок жителям города Магнитогорска, для того, чтобы и некоторые говорят, что Орджоникидзевский район забывают, да, поэтому мы не забыли, мы на него обратили внимание. Корневая система каждой березы упакована в биоразлагаемый мешок удобрения. Все, что нужно, только поставить дерево в лунку, закопать, допалить. Но за процессом пристально следят специалисты городского управления экологии. Именно они посоветовали общественной палате добавить зелени в сквер памяти первостроителей. А поскольку здесь растут именно березы, при заказе саженцев выбрать эту породу дерева. 15 берез в масштабах города не так уж и много, однако отличный пример для других общественных организаций. Весной на улично-дорожной сети города планируется высадить порядка 450 саженцев деревьев. Это проспект Ленина, это Карла Маркса, преимущественно в южной части города, и порядка 3000 кустарников. Силами 20 членов общественной палаты всего за полчаса 15 берез обрели постоянное место жительства в Орджоникидзевском районе. Под каждым деревом разноцветная крупа – это удобрение. Березы уже переданы на баланс дорожного специализированного учреждения, которое обязуется поливать деревья раз в 7 дней. В ближайшее время здесь появится табличка с указанием, чьими руками создана березовая аллея, а общественная палата Магнитогорска обещает новые экологические акции. Елена Тимофеева, Александр Макаров, телекомпания ТВИН.